В основной день голосования на выборах президента России свой голос за кандидата отдал Андрей Ковалев. Владелец усадьбы Гребнева, общественный деятель и музыкант проголосовал на участке в Доме культуры Гребнева. Вот. Номер один. Потому что Щелкова и Гребнева всегда номер один. Да, друзья? А я бегу куда-то вдаль аэропортами. И вот мы сегодня все побежали как один на выборы и проголосовали все правильно за нашу великую Россию, чтобы она стала страной номер один в мире. И чтоб весь мир знал усадьбу Гребнева. Правильно, друзья? А теперь все праздновать Масленицу. На территории усадьбы Гребнева, как и во многих уголках городского округа, развернулись масленичные гуляния. Исполнив гражданский долг, избиратели спешат угоститься горячими блинами и проводить зиму. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.